оптимизированные технологии проходки и конструкции комбайнов, надежные погрузчики, сокрушительные инновации гидромолотов. На выставке «Рудник 2018» каждая компания демонстрирует свое оборудование как самое эффективное. Производительностью наш комбайн способен рубить со скоростью 15 тонн в минуту. Соответственно, всю эту горную массу надо успевать откатывать. Челночные схемы с помощью самоходных вагонов. Очевидно, что выставка эта специализированная, а потому и партнер ее – один из ведущих производителей в горнодобывающей промышленности – компания «Уралкалий». Отмечу, всего в этом году участниками мероприятия стали 130 различных компаний из России и 7 стран зарубежья. Выставка традиционна для нас. Мы участвуем уже не первый год. В принципе, как и в прошлом году, мы преследуем цель найти новых партнеров, компании достойные, которые помогут нам осуществлять нашу деятельность. В рамках форума состоялся также круглый стол на тему презентация проектов предприятий Пермского края в интересах Уралкалия. Организатором деловой программы выступило Краевое министерство промышленности и торговли. Сегодня будут представлены 6 предложений, в том числе по итогам нашего визита. Плюс мы, посмотрев выставочные стенды, то есть предприятия, которые выставляются, для сегодняшнего мероприятия пригласили два предприятия не региональных, которые могут быть интересны и полезны Уралкалию. К слову, прошлогодняя выставка стала очень результативной для Уралкалия. Более десятка предприятий выполнили жесткие квалификационные требования и стали партнерами крупнейшего в мире производителя калийных удобрений.